Всем привет, с вами Ирина. Мне задавали вопрос, ребят, про вот этот вот отражатель, которым мы оббили потолок и стены. Зачем мы это сделали, это ж некрасиво смотрится и так далее. Хочу теперь вам объяснить, потому что когда я на словах девушке написала сообщение, объяснила, все равно меня никто, как я поняла, что не понял. Хочу просто вам показать для примера. У меня вот муж сделал дополнительные полки. Мы поехали, купили еще лампы. С третьей лампой у нас почему-то не сложилось, поэтому пришлось нам ездить несколько раз. Одна светилась буквально вот от светильничка с одной стороны и с другой стороны. Вся серединка не светилась. Вот. Потом мы ее там покрутили, думали, возможно, она вставлена, эта лампа, неправильно или не до конца светильник. Но в итоге лампа перегорела. Еще раз поменяли. Эта лампа у нас включалась, выключалась сама по себе, то есть жила своей жизнью. Вот, поэтому пришлось третью лампу вернуть, потому что ездить несколько раз в магазин — это, конечно, не вариант. Вот, поэтому у нас в данный момент пока что только две лампы. Вот, и получается, так как это дальняя сторона комнаты, то есть окошко у нас здесь одно в помещении, и получается, что вот в этом вот, в той стороне помещения достаточно темно. Целый день включать досветку, естественно, это все электроэнергия. Вот. И хочу теперь вам показать, что же все-таки делает и что дает отражатель. Мы сейчас его развернем, а вы смотрите, пожалуйста, на стену. Насколько стало светлее. Я сейчас подойду ближе, чтобы вам было лучше видно. Вы посмотрите, насколько свет отражается, насколько стали растения... Насколько стали растения получать свет. Так что вот этот вот отражатель отражает свет от окна и дает нам все-таки намного больше света. Посмотрите, как светло. Если бы здесь еще стены и потолок вот этим отражателем обить, то, естественно, света стало бы еще намного больше. Так что вот этот отражатель, ребят, мы сюда прибили не просто так, не просто чтобы там утеплить или еще что-то. Вот он действительно отражает свет. То есть если свет светит, то он у нас отражается и попадает на растения. Ну, я думаю, что я ответила теперь на этот вопрос и показала. То есть не просто ответила, что это там я что-то где-то придумала. То есть ответила и показала. Ну, а вам спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.